Всем привет, подписчики мои! И мы сейчас направляемся с Бобкой в горы высоко на рыбалку, на форель. Побросаем спиннинг. У меня есть такой маленький, который я брал в Чернобыль, ловил. В таких вот заливах, когда я вот и шел, я видел уже небольшая форель. Убегала под камень, пряталась. Очень здесь красиво, такие вот скалы, живописно. И будем подниматься дальше. Может, будут какие-то побольше такие вот заливчики, где будет стоять форель, где мы побросаем спиннинг, половим. А если ничего не поймаем, то я взял гидрокостюм там с маской и даже гавайку мою, которую я брал на остров, сделаем. И я поныряю, блин, поснимаю для вас такие вот крутые подводные кадры. Половим, поймаем там, может, пару штук. И пойдем потом к моему каменному домику, где я хочу его перекрыть, сделать крышу. И что-то приготовим, может, даже подымемся, пособираем какие-то еще грибочки, белые опята. И форель опять в казане так затушим с грибами. Это будет такая вот вкуснятина. Так что потихоньку, ребята, будем идти подниматься в горы. И, кстати, кто любит футбол, можете ставить на один из бет, на Лигу Чемпионов или на другие крутые турниры. А по моему промокоду, который закреплен в комментариях, вы получаете бонус при первом пополнении до 6,5 тысяч рублей. А мы пошли, ребята. Grass seems greener on the other side. The stars shine bright, but only when it's night. We all have wings, but no one's to fly. I have waited far too long to get rid of this loneliness. But all this time I felt alone. I just became unfocused on what's wrong and what's right and on my purpose in life. You will fall, you will cry, but you will always find light. Counting days, counting time, counting time. Hope our dreams come alive, come alive. The grass seems greener on the other side. The stars shine bright, but only when it's night. We all have wings, but no one's to fly. Поднялись в горы немножко, и здесь начинаются уже такие вот заливы, побольше каньоны хорошие. Сейчас посмотрим, вот, или стоит здесь форель, есть, да, стоит. Я уже замечаю несколько штук. Небольшая такая вот ладошка, чуть больше. Сейчас побросаем спиннинг, посмотрим, или удастся мне поймать что-то на спиннинг. Если нет, то оденем гидрокостюм, сделаем гавайку и поныряем здесь. Поплаваем в горах, в Карпатах. У нас будет подводная охота на форель. Все, сейчас соберем мой такой вот маленький компактный спиннинг. Куда-то вот в поход, все. Как в Чернобыле взял. И он маленький и не палено. Что очень удобно. Собираем 5 частей здесь. И купил такие вот блесенки. Специально для форели. Посмотрим, как будет работать сейчас. Так что берем, собираем и побросаем. Интересно. Все, ребята, побросаем сейчас. Посмотрим, что будет. Сразу был удар, прикиньте. Ничего себе. Я сразу почувствовал. Ну а какая здесь красивая природа.
Какой залив красивый. Побросать так спиннинг. Есть! Прикиньте, со второго... Ах, блин! Со второй проводочки, блин, взял форель. Вы видели? Класс! И на первую клюнула. И на вторую. Сорвалась. Нужно чуть-чуть быстрее тянуть, я смотрю, потому что она по дну. Есть! Блин, опять сошла! Вау! Как прикольно, ребята! Что почти каждый заброс клюет. Может, блесна большая, там форелька небольшая просто. Может, вертушечку поставим? Баба, что ты кашляешь? Да, что-то уже перестало. Поначалу что-то, видать, новенькое, интересное. Активная попробовала. Что-то не хочет на эту блесну. Пару раз взяла, раза три. Пошли поставим вертушечку, еще попробуем. Где я в Чернобыле ловил на нее жереха и голавля. Пошли. Блин, не хочет. Видно, эта форель попробовала, увидела, что ее хотят поймать. И она сказала другим. Рассказала. Пошли. Другие заливы, ребята. Подходим к этому заливчику. Сейчас посмотрим, или форель есть. Потому что вода настолько чистая. Там было намного больше форели. Но кинем пару раз. Не видно. Пошли сюда. Здесь вообще, ребята, каньон обалденный. Маленькая форель стоит.
Порыбачили ребята, побросали спиннинг. Кто-то не хочет брать поначалу. Когда бросал первые разы, брала, а сейчас не хочет. Думал еще понырять, но здесь вода ледяная. Ребята, просто можно заболеть, не будем рисковать. А пойдем, может, еще пособираем грибы какие-то. И пойдем делать мой домик из камня, с крышу доделывать. Друзья, пришли на следующий день доделать наш домик, крышу. Так как вчера, блин, не было когда, пока там с Бобой полазили, в горах половили форель. Пока я привез, притащил сюда эти доски, то уже, блин, и темнело. То я думаю, придем сегодня, пойдем куда-то в горы, пособираем опята, так как пошли много опят. Когда я ходил, видел очень много. И здесь далеко не надо, можно сразу подняться и дособирать их много. И придем, потом купил кусочек мяска и опять в казане натушим, наварим опята с мясом и перекроем, сделаем, сохраним. Храним это домик каменный. Еще поделал, так как вот вываливалось в тот раз, когда я готовил. Так что, ребята, пошли собирать наши опята. Это такая вот красота, походить здесь в горах. Боба, ты где? Вот, ребята, поднимаемся. И сейчас, я думаю, буду сразу попадаться. Здесь опята у нас. Вот, пошли, только старые уже. Нам нужно молодые. Все, пошли, про что я и говорил сразу. Под пеньками вот. Вот маленькие какие, классно нарезать. Чтоб закрыть. Да, вот, ребята, смотрите, сколько их. Бобка гоняет. Так что, я думаю, будем собирать потихоньку. Вот, про что я и говорил. Поднялись, и сразу их куча здесь. Вот как растут. Пошли собирать. Так, берем этот пучок, срезаем. О, посмотрите, какая красота. Опята такие вот. Ребята, на каждом шагу опята растут. Класс, что не надо ходить, искать. Вот, просто попадаются червивые. Берем в пакет. Сейчас быстро нарежем целый пакет опят. О, да, эти также. Видите, не червивые, красивые. И там молоденькие, красивые. Ребята, вот, посмотрите. Вот такой вот пучок. Классный. Закрывать их классно, такие вот маленькие. Блин, старые червивые. Будем ходить, пошли дальше.
пособирали целый пакет опять, и еще там пару белых нашел. Просто далеко не ходил, так как налазился за эти дни уже. То вот здесь рядом, их полно, этих опять в этом сезоне. Много, конечно, уже старых, переросших, но насобирал вот и так нормально. Берем немножко, чистим их. И сейчас опять наварим вкуснятины. Пока будут отвариваться, то мы пойдем разберем крышу и будем потихоньку делать, так как все время бежит. О, сейчас отварим, нажарим с луком, а потом еще с мяском протушим. И так приехали, пособирали грибы, так как у меня слабо там, а здесь просто такие вот классные леса и много опят. И такие как-то шапочки так, блин, лопают у них, прикольно. Почистил грибы вот, почти целый казан. Взял молоденькие, старые не брал, уже такие вот грибы, шапки. И разводим костер. Сейчас пойдем наберем воды. Классно, что здесь бежит чистая вода. Уже мало таких на земле мест. Особенно у нас, где можно вот так попить с ручья. Набрать воды. Все, пересрали эти речки. Заводы, отходы сбрасывают. Все, развели костерчик, разгорается. И пошли, наберем воды. Бобка здесь спит на клееночке. Вот это мне нравится. Приходи сюда добирать живую воду. Чистую. Поставили вариться наши опята, а мы пошли разбирать и делать крышу. А мы берем, снимаем этот мох, складываем, чтобы потом обратно накрыть. Ребята, не стал убирать эти ветки, просто снял немножко моха и перекрыл клеенкой, чтобы не протекало. А туда просто брус кинул, подпорку поставил и нормально. Просто здесь полукруг, а доски у меня прямые. То я решил лучше доски кинуть сюда, на пол. Кинем также какой-то брус, а наверх эти доски. Чтобы можно было зимой, говорю, приехать, спальничком так лягти и не будет сыро. И нормально, и уже не будет протекать, здесь будет сухо, классно. Так что... Поехали, сейчас перекроем и сделаем там пол лучше в этом каменном домике, где будет такое вот местечко для души, когда ты будешь приезжать в Карпаты и куда можно куда-то в горы подняться. И есть такой вот домик классный. Что-то приготовить здесь, такое вот желание что-то вот приготовить, так как здесь место такое вот атмосферное. О, так что берем, перекрываем этим мхом и набрасываю еще ветками, чтобы не сдуло. Мхом так прикрыл, чтобы было красиво. Пошел, нарубил вот веток. О, и укутаем. Просто зимой здесь нападает много снега. И чтобы не провалилось уже. Но уже не провалится, я там... Сделал подпорки и пошли кинем еще на пол доски и пошли готовить наши опята с мясом. Все, ребята, перекрыли, не будет уже затекать. И даже здесь вот набросал доски на пол, где мы придем зимой выживать, сюда кинем спальник и все, будет классно уже спать, здесь не будет сыро, сухо. Так что сохранили такой вот каменный домик, пускай себе служит. Может, не только для меня, а может еще для кого-то, кто-то заблудится и себе здесь остановится, переночует. А мы пошли готовить наши опята. Все, поварили минут 30 наши опята и будем сливать, готовить дальше. Все, ставим казан обратно. Наливаем подсолнечное масло. Где-то оно. И сейчас натушим мясо с опятами. Высыпаем мясо. Обжарим сейчас немножко. О, а мы пока пошли почистим лук.
Обжарили мясо. И высыпаем лук. Немножко, минут 5, еще 10 обжарим. Добавляем еще подсолнечное масло. Солим, перчим. И в конце добавляем опята еще. Прожариваем мясом с луком. Протушили немножко мясо с луком. И теперь высыпаем опята, которые мы только что насобирали. И закрываем крышечкой. Пускай немножко протушатся, прожарятся еще опята. И будем кушать опять такую вот вкуснятину. Все, я думаю, ребята, наши опята с мясом протушились. Такая вот вкуснятина. Перемешаем еще. О, да. Хорошенько протушились. Сейчас остынет и будем пробовать. О, все, ребята, я думаю, остыло. Будем забирать. Я вот так вот поклал в ручей, чтобы быстрее простыло. Так как, блин, такая вкуснятина. И я так проголодался. И Бобка вот заглядывает. Будем пробовать нашу вкуснятину. Тушеные опята с луком, с мяском. Какая-то вкуснятина. Пошли тут так рядом, вот насобирали их полно. Класс. Так вот захотел по грибы, а у нас слабо, то я думаю, рвану в Карпаты, блин, в горы. Пройдемся, полазим, так как пошел сезон, пошли вот грибы здесь хорошо, так как промочило, видно. Были здесь хорошие дожди. И пошли, полно грибов сейчас. Это класс. Так что, ребята, будем кушать. А если вам понравились такие вот крутые пару видосиков, которые я приехал, заснял вам в горах, в Карпатах, то пиши, конечно, ставь лайк. Всем пока!